Там самое смешное, когда бьет женщина вот мужика. Я из-за смеха упала. Мне уж не могу эту воду пить. Мальчики, я жопу отсюда. Ролик был не смешной, но это очень больно. И сегодня мы вместе с Аней будем смотреть смешные видео из лайка ТикТока. А как раз-таки вот так вам и не нужно сделать. Потому что я бы приготовила воды. То есть 2 стакана воды, которые вы сами знаете, что нужно сделать. Поставить на голову? Да. Блин! Это для Маши, это для Ани. Подождите, дай просто попробовать даже. Вы должны попробовать. Смеяться. А если мы засмеемся? Да. А может быть двойную сложность, мы еще в рот наберем воды и еще вот так на голову поставим. Ну будет второй уровень, так и это. Да, второй раунд будет. Если вы обойдетесь, будете набирать воду в рот. Все, сейчас мы будем начинать, мама нам будет показывать. Я вам приготовила видео без лайка, потом мы перейдем к ТикТоку. Готовы? Безупречный баланс, эталон гармонии. Чуть перевеса туда или сюда. Баланс. Главное баланс. Руки опустила. Начинай. Мне уже смешно. Я не могу, она падает. Все, можно считать, что вы проиграли. У нас вот в школе модель, мы носили такие... Бра. Первое видео. Как чихают корейцы? Как чихают русские? Не смешно. Не смешно? Ваня выиграл, знаешь, чуть-чуть? Ваня чуть-чуть, да, этот раунд Ваня проиграла. Следующий раунд. Поехали. Короче, со стаканами на голове у нас ничего не получилось, и со второго раунда будем просто набирать воду в рот. Если засмеялись, ну, то все. Поехали. Я говорила, это я выложила видео в ТикТок. Кстати, я сейчас снимаю в ТикТок. Да, поэтому подписывайтесь на мой ТикТок и на Аню, вот ссылочки в описании. Так, давайте дальше набираем воды. Ой, я подавилась. Там самое смешное, когда бьет женщина вот мужика. Блин. Мне вообще не смешно. А мне смешно, я чуть не засмеялась, чуть у меня вода не вылилась. Поехали дальше. Я же не понимаю, как так можно было промахнуться. Я сейчас говорю. Мужик хотел словить рыбу. Он прям в море. Если мы не засмеемся, тогда мы не будем. Будем дальше вести камеру. Короче, даже если мы засмеялись, но не выплюнули воду, это все равно не считается. Это, в смысле, это считается, что мы проиграли. Я не поняла, в чем смысл, и потом зачем ты засмеялась. Фу, я уже не могу эту воду пить. Короче, там в Zoom на конференции я видела, где в рекомендации ТикТока, ну, подобные видео, только там с другими там танцами.
Там училка такая, ничего не понимает, чего я делала, придурки, типа, ну это очень смешно, я никак не смеялась. А, не засмеялась. Все, давайте дальше. Смешные, они стопудов постановочные, это так сразу видно. Не знаю, мне так и не смешно. Давайте. Вещи, оставшиеся после отъезда царской семьи из Тобольска, почти 2000 пудов, судя по инвентарным записям, были раскрыты. Мальчик! Мальчик, иди в жопу отсюда! Мальчик, иди в жопу отсюда! Погнали! Раз, два, три. As long as you can show me a good time, I don't care. Представляете, как вот баскетбольный мяч прям в бошку прилетел, там же жесть. Сегодня открытие чемпионата Севастополя по дворовому футболу. Да. Они готовы? Все, я включаю. Раз, два. Подавилась, потому что мне было смешно. Сейчас давайте так и смотрите. Давай. Начали? Угу. Ты поставил лайк? Поставил? Я из-за смеха упала. Вообще ничего смешного. Знаете, у наших родителей Ани такой странный юмор. Не смешно то, что мне не смешно, а мне смешно то, что им не смешно. Нам самое смешное, когда бьет женщина вот мужика. Блин. Мне вообще не смешно. Ты поставил лайк, вот я да. Поехали. Мужчина напугался, ему шарик вот этот надувался, он даст, что в локмет спрятался. Чей-то. Еще раз смотрите. Фен, видишь, на фен натянули шарик, и феном надувается шарик. Он боится, что он взорвется. Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. Давайте, поехали дальше. Много лайков, то мы будем снимать другие части на Анин канал и на мой канал. Миллион! Поэтому обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, подпишитесь на наши соцсети, все ссылочки в описании. Всем пока-пока! Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane.
We let go of disguise.